Привет-привет всем моим зрителям и всем, кто на моем канале. Сегодня каталог Avon, ну, очень интересный, поэтому я не стала обходить его вниманием. До 10 февраля можно заказать что-то себе и своему любимому человеку, думаю, вполне. Давайте посмотрим. Вот Нюша. Бай-бай, бывшие. Интересно. Тушь. Фиг драмы. Эйфорик. Эйфория. Щеточка не загнута, а ровная. Прямая, я не знаю. Честно говоря, мне больше нравятся такие загнутые щеточки. One Lash Genius Mascara. Кажется, в рекламе. Эту именно тушь она рекламирует, насколько я могу помнить. Здесь, в общем-то, как обычно. Сладковат запах даже для меня. Здесь все обычные ароматы, Иван. Кстати, тут на больших девочек нет одежды. Тут Эльну 102-108, грудь и... Бедра, если ваши бедра влезут, то грудь вряд ли. Если она у вас большая, конечно. Такие приятные часики. Жасмином. Очень классный запах, между прочим. Не очень приторный. Жасмин, да, вполне. Тоже прелесть. Новинки. Ну да, я такого раньше у них не встречала. Нужно будет попробовать. Тут наборчики. Женский и мужской. Вполне приятные ароматы. Мужской и женский тоже ничего. Сейчас немного я свет приглушу, а то тень уж очень. Ну вот тень уже не такая сильная. Максима и Максим. Масло блестящее нет. А красивый цвет на картинке. Two in one. Аптату. Румяна, бронзатор и хайлайтер. Вот изогнутая щеточка, кстати. Когда-нибудь такую закажу. Кстати, кисточки классные, кстати. Вот такую хочу попробовать. Легкая пудра хайлайтер люкс. 500 рублей. Почему бы и нет? Матовая, ну не знаю даже. Такие есть у меня Color Trend. Они классные, увлажняющие. И что еще желать? Бриллиантовый блеск.
Драгоценная иллюзия. Кстати, неплохие лаки, Иван. Милый наборчик такой. Surreal Sunset and Sky. Не, Island, Island. Ничего. Супер, кстати. Обычная, вот этот классный. Здесь набор. Опять все как обычно. Свеча. Ну, свеча давно в каталогах уже. Faraway Glamour для нее. Черная смородина, ваниль, мускус. Кстати, вот эти Faraway классные. И вот эти Lotus и Glow Incandescence прикольные. Вот здесь цена. Кстати, вот этот Pure Blanco, на что я уже забыла, как она пахнет. Потерла и пахнет она, конечно, замечательно. Именно груша и мускус и фиалка, но очень нежная. Я бы себе заказала такие. И вот пробник. Хестория, Иван. Пробный аромат. Розовый перец и рис пачули. Свежий аромат. Морской бриз. Ох, он пахнет ядрёно, надо сказать. Вот этот приятнее пахнет. Ход за лицом. Крем. Вокруг глаз. Крем. Питательный. Ну, не знаю. Даже, кстати... Вот эту сыворотку я на пробу взяла, кстати. Вот. 30 рублей. Вот так выглядит пробничек. Попробую, скажу свое мнение. Потому что предыдущая синяя даже ничего была. На эту не очень хорошие отзывы, но не знаю, буду пробовать. Так, кстати, вот новинка. С ретинолом 0,1% здесь New Clinical. Разглаживает и... С гиалурон. Ну, это обычно. Обычно. А вот с ретинолом, да, это, пожалуй, интересно. Лифтинг укрепления. Такое не видела. Это была у них однозначно. Мультисредство очищающее. Ну что, хорошая задумка. Цена недорогая. Вот трехфазное масло. Вот у меня была одна, но, кстати, этот похожий. О птичках. Это сияние. А это увлажнение и комплекс семян. Тут, кажется, кофе. В предыдущей что-то наподобие тоже было. Маска и мыло. О, хорошая вещь мыло. Я люблю мыло. Это бы я взяла. Маска есть, а вот мыло, да. У меня заканчивается пропеллер точечная. Этот закажу себе, наверное. Маски я такие видела. Классные. Хорошо быть плохой. О, вот эти кольца отдельная песня. Елизавета, Меган, Диана. Классная цена. Фианита, ну не знаю, не знаю. Конечно, похожи реплики. Не знаю, кто хочет, может попробовать купить. Почувствуйте себя Дианой. Может, и поможет вам, не исключено. Браслетики. Кстати, вот из черного. Черное это что? Сталь и камни. Это интересно выглядит. 250 рублей. Кстати, тоже выглядит интересно. Сумочка классная, но вряд ли она будет большой. Юбка из кожзама неплохая. Водолазка цвета, кстати, классного, не противного. Рыжего.
Господи, Иллюжин, вот этот корсет. Но у меня есть наподобие. Носочки. Ну что, 1700, неплохая вещь. Для дома классные цвета. Вот. Практически два Гарри Поттера. Шарфы, сумочки. Но это все нужно в реале смотреть. У меня такие есть наподобие, но только серебро. Серьги 300 рублей таким. А что, мне нравится. Правда, буду ли носить, но это другой вопрос. Практически Карен из «Жестоких игр», или как там ее звали. Кажется, Карен, да. С авокадо. Очень приятный запах, кстати. Свеженький довольно-таки. Пахнет практически оливковым маслом, но не очень приторно. Аромат банана есть, подтверждаю, это просто чудо. Вот это вот еще. Белая орхидея и сандал. Вот, между прочим, они здесь подешевле и спрей я бы приобрела, кстати. Мне сандал сам нравится здесь, в данном аромате. Сладкие сны, это с лавандой наверняка. Атлаж сладкие сны мне нравится. Там самая классная лаванда, которую можно только придумать. Эти неплохие средства. Скраб, кстати, для ног. Но его здесь нет, но тоже прикольный. Шампуни. Мне даже пробники дали. Но я попробую, что это такое. Сила кератина. Сухой шампунь, но он, кстати, давно появился у них. Красками я не пользуюсь. Это не столь важно. Спреи вот эти, ну супер. Они не выходят из моды, и классные запахи по-прежнему у них такие же, как и были. Алая роза и пачули. Мед и гордения. Кстати, я полюбила розовый аромат. Манго. О, ну манго приторноват. Приторноват, конечно. Для мужчин максимум защиты. Спрей для интимной гигиены. Я извиняюсь. Можно брызгать в течение дня, но она тело, которое не совсем чистое, как это, ну не знаю. Я как-то хотела купить такую, попробую, куплю. Avengers, Мстители. Frozen, you're frozen. Oh. Crazy watermelon. Наборы. Прикольные. В общем-то, такой набор можно подарить. Смело. И вот этот, кстати, классный аромат «Моменты безмятежности». Здесь черная смородина и аромат лимона. Неплохой. И вот «Сочная лагуна» классный. Морская. А, «Сочная груша», «Морская лагуна». Тоже классные они запахи, между прочим. Здесь новая туалетная «No Her Story». 49 рублей. Цена не изменилась, кстати, мне кажется. Теперь Persil Duo, мой любимый, за 249 можно купить. Если купить Хрусталёва, шутка. Все что? С этой страницы до последней. Success, наверное. Success, Signa Bourbon.
Каэтанский ветивер, дымчатый янтарь. Ну, неплохой, но надо его разнашивать вашему мужчине. Потому что ваш мужчина может сказать, фу, что это? Ну, а так... Ну, ветивер здесь есть или нет? Бурбон напоминает мужскую ваниль какую-то. Это образно говоря. Даже не знаю, как описать, но... А здесь еще один. Сегна, просто сегна. Ветивер, это тоже пахнет плохо, кажется. Вот этот прикольный, классно пахнет. Туалетная вода. Да. Классные наборы. Довольный хрусталев, что еще надо. Color Life by Kenzo. Магнолия Абсолю Мате Ветивер. Ой, я уже не помню, как мужской пахнет, но вроде бы мило. Женский мне не зашел, а вот мужской тогда. Не зашел. Ну не подошел, да? На современном сленге. Выражаюсь. Вау, да мне тоже приятно пахнет. Элит. Ничего необычного. Эспайрмен. Тоже, кстати, неплохой аромат со скидкой. Wild Country. Дикая страна, дикий округ. Ревень, черный перец. Потертая кожа. Честно говоря, я не помню такого аромата, но что-то мне напоминает смутно флакончик. Вильяма Фаррелла, может, духи? Не помню, не скажу точно. Не буду наговаривать. Вот такие ароматы. Тоже классные, особенно цитрус. Сколько шмоток? Рюкзак. Я ищу женский, они тут соблазняют мужским. Этот гель для душа, кстати. О, коробочка красоты Royal Samples отправлена. Скоро получу. Быстро я брить ее. Такой наборчик. Супер подойдет вашему мужчине. Покупайте. А это можно использовать вам. X-Series тоже классный аромат, кстати. Но здесь мандарин, кардамон и какао. Прикольное. Думаю, вам понравится. Так что вот такой был мой каталог. Подарки для него. А, это здесь я рюкзак нашла. Ну, вот такое приложение. Бутылка для воды. Я бы тоже себе такую хотела. Почему это только мужчинам? И мне, и носочки. Прикольные. Самые большие. 45 размер. Ну что же, вот таким был каталог. Мне он понравился. Кое-что я возьму, да и закажу. Если вы хотите, заказывайте. Думаю, вы останетесь довольны. А на этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь такими же красивыми и счастливыми. До новых встреч. И пока-пока.